Можно. Только, только надо встать. Кто судит, стоит. Так. У нас не в эту, в следующую субботу мы едем в Крат. Там под дзюдо. В эту субботу у нас джиу-джитсу. Правила немножечко разные. Значит, что мы тогда делаем? Значит, что мы тогда делаем? В стойке. Там фиксация должна быть. Я не хочу, чтобы мы спирали, падали. Значит, что? Бросок. Есть в базаре, есть и пол, да? И в партере, значит, в партере у нас будет как в грэпплинге. Удержание считается только верхом, волевой и удушающий. А в стойке на ногах, когда боремся, то дзюдо. То есть вы бросили, бросил на базаре, значит базаре. Бросил на ипон, значит ипон. Но сначала разбарываемся. Даже не знаю, как лучше сделать. Значит, тогда до икона. Понятно, да? Готовы? Удержание только верхом можно делать, сбоку не делать. Болевой удушающий под зойком. И если по этому джиу-джитсу. Только броски там немножко по-другому считаются. А броски будем под зудо считать. Готовы? Джим! Время. 2 минуты. Бери болевой дело. Сейчас ногу отпустит, делаешь удержание. Даже не вытаскивай ногу, садись просто на болевой. Ногу сверху, на голову. На голову. Вот так. На, вытащи. О! И пон. И все. И пусть ногу. И пон. Итак, Саня выиграл. Он является у нас чемпионом города. Поклонились все. Макс, 30 секунд осталось. Следующий готовится. Дверь прикрой, пожалуйста. Молодец, Макс. Ипон. Ипон, Мате. Так. Закрутил он тебя. Заправился, да, вперед, да нет. 2 шага вперед, уходишь за ковер, значит ты вышел, вставай, тебя накажут. Итак, чемпион города Дан Шендрия. Поклонились, ушли. Следующие 2 пары. Чуть-чуть не хватило, да? Пожалуйста, 2 человека судят. Миша, иди туда, посуди. Саша, вот здесь сидишь. Макс, что ты здесь сидишь? Судья стоит. Ну что, готовы? Есть в базаре, есть ипон. И партер. Удержание, удушение, болевой. Время!
ставишь ноги, ноги. Как только вместе ноги ставишь, можно сразу упасть и проиграть. Ноги всегда на ширине плеч. Значит, запомните, Максим должен научиться правильно ходить. Да, правильно, это по бортовке ходить. Футболисты ходят. Ты знаешь, что защитник в хоккее бегает быстрее спиной, чем попадающий лицом? Чуть не бросил. Так и держи, так и держи его. Ногу возьми. Вот так. Раз, два, три. Есть удержание. И теперь уже выигрываешь. И давай вставать его, отойди, Андрюшенька. С той стороны смотри, на лицо, чтобы он правильно дышал, чтобы не ломал. Время. Время.
Там у вас ничья. Я чуть не дрожу. Следующие две пары. Что у тебя? Ты что, завязать не можешь пояс? Нет, это бросил. Не надо у тебя постоять, ты не вовремя завязываешь. Пожалуйста, Шендер судит и Саша судит. Готовы? Канат Европы. Сделал ли Каталин бросок через грудь? Или нет? Вот в чем вопрос. Готовы? Че? Правильно, Макс, думай. Залезешь сзади, остановишься, получишь. Встань, завяжи пояс. Потом ты говоришь, что он у тебя падает. Саня, тоже можно за ноги брать? Не надо. Ну что, поздравляю! Оценка Абаби Даниэла в Азаре. У меня? Да. Удушаюсь Абаби. Болевой надо дрюку делать. Вот. Правильно, правильно, дрюка. И отсюда только рука прямая, сразу болевой надо делать. Изнутри руки, да, изнутри, поставься в деньги. Подсечку, подсечку надо левой ногой. Зацеп подсечку, зацеп подсечку. Когда ногу убирает назад, делай сзади. Левой ногой, зацеп подсечку. Левой ногой масло. Сергей Анатольевич, зачем вам базарить? Как зачем? Я объясню потом. Ты борись, время идет, это его базарит. Борется вот на том ковре. Максим,
Максим и Петелин здесь, а вы вдвоем здесь. Приготовились. Готовы? Кристина, 4 минуты. Пожалуйста. Шаг вперед. Время! Какая команда выиграет? Саша, Максим. Дан. И Максим. Или противник. Он же выиграет. Пока 0-0. Базаре! Бога! Так, пока команда Бога выходит. Здравствуйте. Дан Мате. На центр. Видит бросок не полностью. Мы видим тоже. Андрей, как сказал. Здесь Андрей, потому что здесь в Базаре было. Базаре. Итак. Я как будто Андрей в Базаре. Нету. Держать, Александр. Руку держи, ближнюю руку, сам не ложись. Держи Миша его. Сверху сесть. Саша в стойку, Макс в стойку. Да, такой шанс удержать было. Аккуратно там. Есть! И пол! Якобут, Абадий. Андрюша Якобут. Вы там Абадий и пол. Ударился? Нет, все нормально? Ничего, Андрюша. Стали поклонились. Андрюша, до центра, пожалуйста. Поклонились, все, отдохните. Если не ударим, то ничего не знаю. Катерин Макс, смотри, придите сюда. Опа, за ковром, Саша, за ковром, встали. Там с колен переворот был, поэтому я пока не защищу. Время. Стоп! Мате. Здесь все не были? Нет. Поклонились, ушли. Тоже нет. Оценки были? Нет. Поклонились, ушли. Здесь? Базаре Миша. Он выиграл. Команды построились. Здесь команда. Сюда команда. Одна сюда, другая сюда. Так. Здесь у нас Миша напротив своего партнера, кто с кем боролся. Миша выиграл. Значит, 1-0. Здесь. Дан выиграл. 2-0. Ничья. Итак, команда в составе. Михаил Буга. Абаби Дамир. Монтян Каталин. Шендер Дамир. 2-0. Чемпионы мира поклонились. Все, мальчики, домой. Итак, они чемпионы мира! Похлопали себе!